Девочки, смотрите, как лечу. Так как я билеты брала за 2 дня только до вылета, поэтому бизнес я не смогла взять. Он был уже весь занят. Ну, это понятно. Но я успела взять. Смотрите, какие классные места. Это Special Plus, Spice Plus места. Короче, смотрите, у меня какое пространство для ног. Тут вообще целую территорию, хоть гимнастикой занимайся. Это места, которые около аварийных выходов. 24 ряд на Turkish Airlines. Классные места, передо мной вообще стены нет. Вот эти серединные места я вообще не люблю. Ну, если попадаю сюда в эконом-класс, но вот эти вот спешл места, я никогда не беру серединный ряд, потому что, видите, у них прямо перед лицом вот эта стена, и там не вытянешь ноги. А здесь, смотрите, вон здесь 3 метра. Очень большое пространство. И на Turkish Airlines, если вы будете бронировать эти места, я бронирую всегда вот так вот крайне около прохода. Почему? Потому что не на каждом самолете вот так, как вот сейчас. Вот здесь. Обычно здесь такой вот короб как бы бывает. И там неудобно сидеть около окна. Я всегда беру вот с краю места, чтобы никого не беспокоить, ну, если встать и так далее. Но тем более на этих местах можно даже с середины встать. Но я серединные места тоже не люблю, потому что не люблю сидеть промеж кого. Либо вот это крайнее на спешл места, либо уже там в бизнесе. Но бизнеса не было. В общем, вот такие классные места. Супер вообще. Я вообще в кроссовке не ношу носки, но сейчас уже надела носочки, потому что сейчас переодену тапочки. Сейчас выдадут тапочки, уже выдали пледы. Я с собой в салон взяла еще чуть-чуть водички. Купила 2 бутылки сразу, ну, чтобы не ходить лишний раз, не спрашивать воды. А купила водички с собой в полет. Ну вот все. Ну что, мне счастливого полета. А с вами, девочки, увидимся уже в Турции. Девочки, сейчас вы спросите, сколько стоят вот эти вот спешл места. Вот эти места, они, если у вас есть Альянс группа, они идут бесплатно, вот эти вот места. Вот эти вот места и вот с той стороны еще, которые места, ну вот также около выхода, то вот это вот одно место стоит в одну сторону доплата $189. То есть вот эти вот 3 места. А вот эти серединные места, ну они, я говорю, они неудобные, там ноги невозможно вытянуть, и там вот эта вот стена идет, поэтому там неудобно сидеть, они бесплатные, если они есть, то у вас на стойке регистрации, ну, свободно вам могут их зарегистрировать. А вот эти вот места, они, конечно, платные. Пледик, хорошо, что я с собой плед не взяла, то есть хотела с собой плед взять, а потом думаю, да ладно, я, в принципе, тепло одета, не буду брать плед. А тут так хорошо, дали пледик. Все было в одноразовых чехлах, выдали наушники, кстати, красные тоже. Ну, Turkish Airlines у нас же красные, да, идет белый с красным. Пледы красные, наушники красные. И сейчас будут выдавать еще 100% косметичку. Так что потом посмотрим с вами, что нам же дадут. Portunuzu gösteren bir yer bulabilirsiniz. Gerekli durumlarda evin başınızdan geçeriniz, bantları önlüklü bağlantılarla takınız ve ayarlayınız. Canlı в самолете начали обслуживание. Он как раз развозят, дают косметички. Ну, там тапочки, зубная щетка, зубная паста. Ну, такой стандартный набор. И далее, значит, меню. Вот что значит здесь на борту. Можно выбрать кушать.
Смотрите, как сижу суперски вообще. Девочки, ну вот такая косметичка. Ну, в ней обычный стандартный, такие малыши на борту. Обычный стандартный набор. Здесь, значит, тапочки, бальзам для губ, зубная щетка, зубная паста, носки и наушники еще одни маленькие, беруши и это как ее, ну вот эта штучка для сна. Ну вот и весь наборчик такой, ну обычный стандартный набор. Такая вот косметичка. Смотрите, это нужно было ехать в Лос-Анджелес, чтобы обратно, вот сейчас самолетик, видите на табло, здесь в телевизоре, чтобы обратно вернуться в Лас-Вегас. Мы сейчас как раз прилетаем над Лас-Вегасом. На борту начинают развозить кушать. Ну, сначала, как обычно, сок, вода, там минералка, пиво, вино красное, белое. В общем, все как обычно. Ну что, девочки, все, я долетела. Вообще классный такой перелет был. Я его даже, знаете, и не почувствовала. Потому что, во-первых, ночной рейс. И спали. В общем, все отлично. Уже вечер, я уже прилетела, это половина седьмого вечера, но мы приземлились на 16 минут пораньше. Самолет у нас летел, кстати, следила за скоростью, так, ну, ради интереса. То он летел 957 километров, то 1026 километров. В общем, мы летели, как в ЖИКе. Быстро-быстро, такой персонал хороший вообще. Ну, все хорошо, все на высшем уровне. Мне вообще очень нравится Turkish Airlines как обслуживание. Ну, я не говорю, да, про другие компании. Мои любимые это Emirates, я очень люблю компанию. Turkish Airlines, Аэрофлот, я очень люблю. Очень классные самолеты, большие. В общем, тоже мне нравится. Но в Turkish Airlines единственное, что... Либо брать надо бизнес, либо надо брать вот такие места, как вот я сейчас взяла, да, Spice Plus. То есть повышенной комфортности. Потому что все-таки в эконом-классе, просто на обычных сиденьях, если люди полные, то крайне тяжело сидеть. Это ужасно. Место очень тесное. В общем, это тесно-тесно. Поэтому, если лететь туркишем, то лучше покупать себе, лучше заплатить денег и лететь с комфортом. Все, девочки, я уже подхожу к паспортному контролю и буду получать багаж. Девочки, пока я подходила, мои чемоданы уже проехали. Я их видела. Теперь стою, жду, когда они у меня круг почета сделают. Народу мало сейчас вечером, как бы все так размеренно, пропустили паспортный контроль вообще просто за 2 секунды, поставили штамп и все. Элементарно, так вот мой чемоданчик едет, девочки. Welcome to Istanbul, девочки. Я прилетела в новый аэропорт, он такой очень огромный. Очень красивый. Мои чемоданчики стоят три. Как и говорила, я лечу с двумя. С маленьким и все. Очень-очень огромный чемодан, хотел сказать. Огромный аэропорт. Все, девочки, пошла. Я садиться в такси и еду уже в отель.
девочки, первый раз такой встречаю, но это, наверное, знаете, только в Стамбуле, наверное, может быть. Значит, подхожу здесь в аэропорту, поменять $100. Ну, что это ее там? Что-то за ней все побежали, не пойму. Неважно. А, значит, подхожу поменять $100. Значит, даю паспорт, $100. Они мне говорят, если вы дадите 300, мы вам дадим гарантированные деньги. Я говорю, в смысле гарантированные? Ну, мол, если вы будете менять $100, мы не гарантируем, фальшивые или не фальшивые купюры вам попадутся. Я говорю, в смысле? Они говорят, ну, вот у нас так, извините. Прохожу, значит, это я хотела там еще поменять. А вот здесь уже, когда получила багаж, и здесь прям перед выходом, перед выходом захотела поменять, подхожу, я говорю, $100. Они говорят, да, без проблем, и прям все нормально дали, и ни о каких $200-$300 они даже и не упомянули, представляете? Что-то их забрали и, короче, куда-то повели вот этих вот людей. Вот вы выходите, вообще здесь без проблем, видите, сколько такси? Просто без проблем. На улице так ветрено. Хорошо, что я с собой свитерки взяла. Thank you. Девочки, мое такси желтенькое. Трафик, дождик. Видите, Стамбул аж плачет от радости, что я приехала. Как я давно не была, год здесь я не была. Стамбул аж заплакал, меня увидел. Девочки, я взяла отель в центре Стамбула, в районе Султан Ахмед. И мне от аэропорта с учетом трафика ехать 55 минут. Ну, в общем, мы уже подъезжаем. Сейчас осталось на минут 12-15. Вот здесь вот трафик, трафик, трафик. Вот видите, мы едем переулками, проулками. В следующем видео я вам расскажу, почему. Кстати, это очень интересно, очень познавательно. И для многих это будет как бы заметочка, если вы собираетесь в Турцию, или ни разу не были, или первый раз, или, может быть, не знали об этом. В общем, я вам подскажу некие секретики. Девочки, вот так вот выглядят трамвайные остановки, трэм. И вот так вот они ходят в ту сторону, в ту сторону. Вот в ту сторону будет Топкапи, в обратную сторону София, собор Святой Софии. Поэтому я здесь уже все взад наперед знаю, куда, чего, как. Поэтому здесь лучше всего передвигаться не на такси, потому что пробки, а передвигаться вот так как раз-таки и на трамвайчике. Очень-очень удобно, без пробок, вообще классно и беспроблемно. Ну, а мы уже подъезжаем к моему отелю, потому что он у меня... Я всегда заказываю такси, когда... Ой, я всегда заказываю отели, чтобы были прям в 2 минутах от трамвайной остановки, чтобы было удобно. Вот он едет, сейчас вам его как раз и покажу. Так вот они выглядят. Девочки, иду я кушать. Так, вниз.
Девочки, смотрите, какой здесь сразу прям колорит. Здесь видите, вот эта вот улочка, где в прошлые разы даже я вам тоже показывала, когда мы в тот раз, в том году были, я вам показывала, что вот улочка и кругом-кругом ресторанчики, ресторанчики, ресторанчики. Вот так вот все это дело выглядит. Вот так вот вечером здесь уютно, колоритно. Я уже заселилась и иду покушать. Здесь можно вообще куда угодно сесть, потому что цены плюс-минус, знаете, абсолютно одинаковые. Девочки, зашла поужинать в такую очень уютненькую кафешку. Познакомилась с девочками. Привет, привет. Они тут уже тоже не первый раз. Они сейчас здесь четвертый день и говорят, здесь прохладно. Ну да, прохладно. Я тоже вот взяла с собой курточку и свитерок. Смотрите, какое заказали они блюдо себе. А я заказала себе рыбку. Я хочу рыбу. Девочки, в ресторанчике идет калинка-малинка. Слышите, музыка? Мне еще рыбку не принесли, я еще жду, сижу. Девочки, вот смотрите, нюанс. Вот у девочек российская карта не прошла оплата через, через терминал. Моя карточка американская, соответственно, прошла, все нормально. Российская карта не принимается. Видите, не проходит. Девочки платят наличкой. Смотрите, значит, то, что я кушала рыбу, у меня вышло 485 лир в долларах. В долларах не знаю, потому что здесь... В лирах все списано. В общем, вот такой нюанс имейте в виду по поводу Стамбула, по поводу оплат, по поводу ваших пластиковых карточек. Все, девочки, поужинала, иду в номер. Видите, зонтик мне пригодился, потому что дождик. Все, всем пока-пока, до завтра.